Юрий Ковалев. Читая о героях в книгах, мы всегда думали о них, как о сверхлюдях. Читали об их смелости и храбрости. Но эти герои живут не только в книгах, они живут рядом с нами. Ходят по улицам города, болеют, печалятся и радуются. Это такие же люди, как и мы. И вдруг, когда мы слышим, как какой-то герой накрыл собой гранату, чтобы спасти соратников, или вывел, рискуя своей жизнью, друзей из окружения, мы понимаем, что это обычный человек, но человек с большим и храбрым сердцем. И это сердце, любовь к родине, руководит его разумом. Он готов на любой подвиг, лишь бы защитить свою родину-мать, спасти ее от опасности. И на этом пути его ничто не может остановить. Ни семья, ни дети, ни родители, никто и ничто. Говорят, героями не рождаются, героями становятся. Юрий Петрович Ковалев родился 29 мая 1965 года в Киючайском районе. В 1972 году он вместе с семьей переехал в Россию, в Краснодарский край. Через 5 лет они вернулись в Баку. В 1981 году он пошел в школу номер 229 из Заминского района Баку. В 1983-85 годах служил в рядах Советской армии. Юрий Ковалев очень хотел стать моряком и в 1987 году поступил в школу мичманов и прапорщиков Черноморского флота. В 1990 году вступил в ряды специальных подразделений милиции при МВД. Часто бывал в командировках в Карабахе и отличался высоким героизмом. Когда началась война, Юрию пришла повестка, но его мама скрыла от него повестку. Юрий нашел ее и ушел на фронт. По-другому он поступить просто не мог. Он не мог оставить родину в беде. Когда произошла авария вертолета, в котором находились также и несколько депутатов Мили-Меджлиса, вместе с товарищем Юрий Ковалев продемонстрировал высокую подготовку и самоотверженность во время операции спасения. Рискуя своей жизнью, он спасал не только людей, но и важные секретные документы, которые не должны попасть в руки никому. Его соратники говорили, что когда Юрий был рядом, им ничего не было страшно. Они спокойно шли с ним на любые сложные задания. Юрия Ковалева называли также Юра Черный. Армяне назначили за его голову вознаграждение. Именно благодаря ему и другим отважным героям Чайкент был освобожден от врага. Юра и его соратники сражались в самых кровавых боях. Выполняли самые сложные задачи. Очень часто журналисты задавали ему вопрос: «Ведь вы по национальности не азербайджанец, а с таким рвением сражаетесь за Азербайджан». На что он однажды ответил: «Но почему вам кажется странным то, что, будучи русским, я сражаюсь за Азербайджан? Почему забываете, что я вырос в Азербайджане, в Баку? Я с детства дружил с азербайджанцами, ко мне относились как к брату, значит, меня считают сыном этой земли. В каком случае? Почему я не должен сражаться против врагов Азербайджана?» А в другой раз, когда один иностранный журналист спросил его с удивлением: «Вы русский?», Юрий с гордостью ответил: «Да, я русский, а Азербайджан – моя родина». Вот таким был Юрий Ковалев. Однажды он прислал матери фото с фронта. На обратной стороне Юрий написал: «Карабах – моя родина, моя гордость, моя радость и грусть».
3 октября 1991 года машина, на которой он вместе с друзьями Сергеем Бариным, Андреем Кудениным и Александром Абрамовым возвращался с боевого задания в Ходжавенде, была обстреляна армянами. Юрий погибает, а Сергей получает тяжелое ранение. Когда армяне подходят к автомобилю УАЗ, происходит взрыв. Даже при смерти они уничтожают несколько врагов. Ему было 26 лет. Юрий Петрович Ковалев, национальный герой Азербайджана. Именно на таких героев, как Юрий Ковалев, брали равнение. Герои 21 века. Герой, вернувший Азербайджану Карабах в 2021 году. Мы знаем, мы уверены в том, что Юрий Ковалев смотрит с небес и знает о том, что Карабах вернули. И Карабах был, есть и будет Азербайджаном. Ведь за это он и воевал. Ведь за это он отдал свою жизнь. Потому что родину ставил превыше всего на свете. Наш русский азербайджанец Юрий Ковалев.